Привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня у нас война за Украину, итог. И также за Россию. Мы сделаем коротенький итог, например, про мародерство. И расскажу все же итог. Что такое мародерство? Эти люди конкретные. Также войны, например, ну, как мы знаем, война за Украину, то значит Россия напала на Украину, поэтому мародеры могут быть и военные, и мирные. Мирные могут быть, потому что им там нужно как-то выживать. А военные, они хотят что-то захватить. Мародерство, это значит, они креслят какую-то местность, тем самым Российская Федерация РФ, войск, которые они могут потом уже ракетой бомбить там. С ДНР. Это там Донецк, Луганск, то есть какой-то пушкой. Уж я не все знаю про это, но машина, которая вот стреляет. Кто знает, напишите в комментариях, чтобы я был в курсе. Мы пока что пропустим. Значит, смотрите, Житомир и Черкассы. Житомир это рядом с Киевом, вроде бы Черкассы, если я не ошибаюсь, давай посмотрим. Черкасса, где они? У нас тут Житомир, Ровно, Николаев, Харьков, Полтава. В общем-то, Россия идет, значит, Киев, Полтаву, через Николаев. Но, увы, это пророчество, ой, хай будет, наверное, это нападение не так-то и сильно. Показывает, что Украина половина нации проиграет. Ведь начинают уже исполняться, начиная с Херсона. Крым, Херсон, обошли Николаев.